Всем привет! Надоели обычные ручки? И есть идея. Давайте вместе сделаем пишущую канцелярию для школы. Мультяшный в виде хвоста русалки. Ручку, кисточку и карандаш. Поехали! Первым делом мы берем небольшой кусочек бумаги размером 16 на 8 сантиметров. Складываем его пополам. Кладем его именно так, как у меня, и рисуем хвост русалки. Раскрашиваем все это дело маркерами на свой вкус. Вырезаем, получая при этом целых две половинки хвостика. Но не забудьте раскрасить и вторую половину хвоста. Далее берем любую ручку, рабочую, конечно, снимаем колпачок и приклеиваем, вкладывая ее между двух половинок хвоста русалки. Хорошенько склеиваем, прижимая пальчиками. И обязательно вот эти боковые места тоже прижмите и немного подержите. Отлично, готово. Давайте теперь обклеим остаток ручки бумагой двух цветов. Нам понадобятся две длинные полоски шириной в 1 сантиметр. Склеим их между собой, одна за одной. Чтобы сделать полоски длинными, я склеила несколько коротких вместе. Начнем с того же цвета, что и сам хвост. Нанесем немного клея ПВА на самый кончик полосы и приклеим к основанию хвоста. Начинаем закручивать нашу бумажную полоску. Если остается в конце лишнее, просто обрежьте. И, конечно же, зафиксируйте клеем самый кончик. Осталось совсем немного. Раскрасим ручку маркерами, рисуя чешуйки. Раз, два, три, и все готово. Очень легко. Интересная, прикольная и бумажная веерная ручка. Посмотрите, какая она красивая. Уверена, у твоих друзей такой нет, а у тебя будет. Приготовь бумагу, ножницы, клей и нитку. Для начала возьмем две полоски бумаги любого цвета, размерами 7 на 29 сантиметров. Складываем полоску целых 5 раз пополам, как я, хорошенько прижимая каждый сгиб. Раскроем полоску, получая нужные нам сгибы. А теперь просто соберем ее гармошкой, загибая каждый сгиб в нужную нам сторону. Со второй полоской проделаем такие же действия. Склеим их вместе, получая одну. С двух сторон наклеим двусторонний скотч. А если такого дома не имеется, приклейте веревочки просто клеем. Внимательно посмотрите, как делаю это я, а потом делайте и сами. И вообще, в тех местах, где я буду использовать двусторонний скотч, вы можете использовать любой клей. Каждая веревочка должна быть не меньше 10 сантиметров. Если будет лишняя, мы лучше обрежем, чем ее не хватит для бумажной веерной ручки. Соберем еще раз все вместе, оставляя веревочки с обратной стороны. Зафиксируем веер в таком положении,
обкрутим скотчем самый кончик или приклеим клеем. Отлично! Все идет просто замечательно. Далее возьмем любую ручку, которая пишет. Обклеим ее цветной бумагой нужного размера. У каждого он будет свой. Узнать его очень просто. Для этого нужно измерить длину своей ручки и прибавить к ней еще 1,5 сантиметра. Кладем ручку так, чтобы сверху ее был тот самый отступ 1,5 сантиметра. Обкрутим бумагой, фиксируя в конце клеем. Верхнюю часть, а именно те самые 1,5 сантиметра, разрежем ножницами на две части с двух сторон. Поместим туда веер, зажимая надрезанные элементы. Еще раз зафиксируем все это дело полоской того же цвета для надежности. Посмотрите, как интересно уже смотрится. Наша необычная канцелярия преображается. Возьмем небольшой кусочек бумаги размером 7 на 7 сантиметров, любого цвета. Скроем склеенные края бумажной ручки и приклеим квадрат так, чтобы он мог свободно двигаться по всей ручке, от начала и до конца. Оставляя его в верхней части, приклеим к нему две веревочки, клеем или скотчем, как вам будет удобно. Веревочки не должны двигаться. Еще раз декорируем все это дело цветной бумагой, закрывая все наши ляпы. Торчащие концы веревочки или нитки снизу можно обрезать, если таковые, конечно, имеются. Теперь мы с вами сделаем шикарный декор, который украсит любую ручку. Берем квадрат 10 на 10 сантиметров. Складываем его по двум сторонам пополам. Сначала с одной, а потом с другой. Раскроем и к горизонтальному сгибу загнем нижнюю сторону. Переворачиваем деталь на обратную сторону. Изгибаем два нижних угла к вертикальному сгибу. Еще раз перевернем деталь и на этот раз загнем два верхних угла, все к тому же сгибу. Повернем деталь по часовой стрелке на 180 градусов, чтобы уголочек был вверху. Складываем нижние и верхние углы вместе, оставляя нетронутыми два боковых. Вот так. Еще сделаем пару сгибов вот в этих местах. И первый декор будет готов. Это оригами сердце, если кто-то не догадался. Получилось очень красивое и легкое оригами сердечко. Из цветной бумаги размером 13 на 10 сантиметров другого цвета, нежели ваша ручка, подготовим другой декор. Складываем трижды пополам по длинной стороне. Раскрываем и складываем по сгибам гармошкой. Такие действия мы уже делали много раз, поэтому повторить их, я думаю, будет несложно. Thank you.
после складываем пополам. Тем самым мы найдем центр полоски, который нам сейчас пригодится. Разложим деталь и от центра, который мы только что нашли, обрежем обе стороны, как я. Вернем деталь в исходное состояние, получая замечательные крылья для нашего оригами-сердца. Крылатый декор будет украшать нашу веерную ручку, которую мы с вами сделали своими руками из бумаги. Давайте подготовимся к школе и сделаем необычную канцелярию. Первым делом мы берем розовый кусочек бумаги размером 12 на 15 сантиметров. Складываем его пополам. И еще раз пополам. Кладем его именно так, как у меня, и рисуем половинку листочка. Теперь все это дело вырезаем. У вас должно получиться два листика. Далее берем любую ручку, конечно, рабочую. Снимаем колпачок и приклеиваем ее таким вот образом. Хорошенько склеим вместе листики, чтобы у нас держалось все на отлично. Прижмем у основания. Вуаля! Готово! Ножницами нужно сделать надрезы как можно мельче, чтобы смотрелось лучше. Отлично! Давайте теперь обклеим остаток ручки бумагой такого же цвета. Нам понадобится длинная полоска шириной в 1 сантиметр. Нанесем немного клея ПВА на ручку рядом с тем местом, где ранее мы приклеили листик, и начнем закручивать нашу бумажную полоску. Если остается в конце много лишнего, обрезаем и фиксируем клеем самый кончик. Осталось совсем немного. Нам понадобится еще кусочек бумаги размером 7 на 1 сантиметр. Склеим края вот так. Получится колечко. Немного прижмем его и будем вырезать бантик. Повторяйте все действия за мной, и у вас все получится. В серединку капнем капельку клея и склеим. Смотрится шикарно. Теперь сделаем для бантика ленточку. Раз, два, три, и все готово. Очень легко. Весь наш декор для ручки из бумаги приклеим сюда, чтобы все смотрелось гламурно и красиво. Ведь это канцелярия к школе, которую мы сделали своими руками, для того, чтобы отличиться и быть особенной. Хочешь себе такую же? Давай я покажу, как сделать эмодзи-ручку за одну минуту. Ставь лайк и поехали! Для нее понадобится легкий пластилин разных цветов. Из каждого мы скрутим шарики одинакового размера. Целых 7 штук. Дадим сутки на высыхание. После иглой или шилом проделаем отверстие в каждом шарике. На обычный стержень наденем все те же шарики из пластилина. Поочередно. А чтобы надеть последний шарик, нужно обрезать стержень. Из пластилина того же цвета, что и первый шарик, сформируем полоску, которую закрутим на стержень в самом начале, декорируя его под настоящую ручку. Черным маркером на каждом шарике нарисуем разные эмоции. Супер! Теперь и у вас есть такая антистресс-канцелярия, сделанная своими руками.
Удивляй друзей и ставь лайк. Хочу поделиться с вами одной креативной идеей и показать вам такую летнюю красивую поделку. Это ручка из бумаги. Делается она очень легко и просто. Нам понадобится кусочек цветной бумаги 10 на 6 сантиметров. Сложим его пополам. Нарисуем половинку бабочки карандашом. Все это дело аккуратно вырежем. Вот так. Возьмем еще такой же кусочек бумаги того же цвета. Сложим его пополам. Нарисуем еще одну бабочку, используя первую. Вторая бабочка должна быть чуть меньше, поэтому уберем пару миллиметров и вырежем. Возьмем черный маркер или ручку, обведем контуры наших бабочек. Так наши бабочки будут выглядеть более выразительными. Немного добавим яркости синим маркером и еще декора в виде вот таких вот точечек. Отлично! Далее нам понадобится обычный скотч, которым мы обклеим наших бабочек с двух сторон. Все лишнее мы, конечно же, обрежем, чтобы не торчало. Вот так. Повторим такие же действия и со второй бабочкой. Теперь с помощью термоклея склеим две бабочки вместе, так, чтобы маленькая бабочка была сверху. Она же у нас самая яркая и красивая. Смотрится просто супер. Отложим ее в сторонку и возьмем обычную ручку, которую обкрутим тонкой полоской бумаги, которую, кстати, я вырезала заранее, шириной в 1 сантиметр. В конце полоску закрепим клеем. Также возьмем полоску из белой бумаги шириной в 5 мм. Изначально закрепим клеем и обкрутим ею ручку. Но на этот раз оставляем небольшие промежутки. Еще раз закрепим все это дело клеем. Пришло время приклеить бабочку вот сюда. Правда, шикарно? Я подготовила разные ручки из бумаги, потому что такая идея необычной канцелярии мне очень понравилась. А вам? Поддержите мое видео лайком и подпиской на канал, если, конечно, ты не подписан. Обязательно жми на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем самого лучшего настроения, пока-пока!